Нюся, какая ты сегодня красивая, доча. Какая ты умница, а? Нюсенька, ты что, ты на 1 сентября идешь? Да. В школу идешь. А настроение-то какое у тебя? Хорошее. Отличное, да? Да? Отличное, вот так вот. Ну-ка, покажи свой букетик. Кто тебе букетик делал? Моя мама. Гортензия. Умница. Шалфей. Так. Роза. И какой-то, как, похоже на белочий хвостик. Как он называется? Пени. Пени-сету. Пени-сету. Молодец. Все, будущий флорист. И гортензия какая-то красивая. Ну, гортензия — это самое главное, да? Да. Вон она какая красота. Фантом порозовел. Ну что, пойдемте? Пойдемте. Ладно, Маришенька, ты что, сестренку свою провожаешь, да? Счастливо тебе. Вот это у тебя сумка, да, Мариш. Вот это сумка. А что у тебя в этой сумке, Мариша? А? Мариш. Бабушкина сумка у тебя. Дай мою сумочку. Нет, тебе не надо держать. Ну, я без сумки как бы. А почему бабе не надо дельдать ее? Ну, у нее волосы такие шикарные. Еле идет с этой сумкой. Здесь там в садике со всеми я дружу немало дней. Но теперь настало время есть заботы поважней. У меня в портфеле книжки, у меня в руке букет. Все знакомые мальчишки удивленно смотрят вслед. Отчего же я веселый и одет как на парад? Я иду сегодня в школу, это вам не детский сад. Ты расчувствовалась-то? А что? А? Скажи, что чувствуешь? А? Ты переживаешь? А? Нюсь? Переживаешь, как все пойдет? Да все хорошо будет. Ну, что такое, Марин? Ты что, расстроилась, что ты в школу не пошла, да? Ты тоже в школу хочешь, Марин, да? Ты хочешь букет и тоже в школу, да? Да? Ты в школу хочешь, да, вместе? А что такое, что случилось? Что ты загрустила? Марин, что ты загрустила? Ну, скажи. Марин,
Ну, ты смотри сюда. Ну, что ты загрустила? Что случилось? Ну, расскажи маме. Ты на что обиделась-то? Она в школу тоже хочет. Никто на нее внимания не обращает, все на Нюсю только. Да? Смотри. Смотри, какая ты красивая. Смотри, какое у тебя красивое платье сегодня беленькое. Посмотри, какая красота. Все вышитое, все выбитое. Эй, ты, будущая первоклассница, что ты плачешь? Эй! Нюся осталась в школе, а мы пошли, дождь пошел. Мариш, помаши ручкой маме. Мариш, не расстраивайся, доча, ты тоже пойдешь в школу. Ты на следующий год пойдешь в школу, Мариш. Маришенька, детка, посмотри на меня. Ты моя колеса, она в школу хочет. Расскажи мне свои ощущения от 1 сентября. Это не праздник. Это не праздник? Почему? Это одни слезы. Ну почему? Я уже шла в школе. Подожди, мам, я снимаю ее. Почему это не праздник, скажи, пожалуйста. Футбол? Почему, доча? Почему это футбол? Потому что тебя отфутболили, дочь? Я так не... Ну что, все? Все. Ну давай, рассказывай, как там дела? Все хорошо, все нормально. С учителем познакомилась? Да, ее зовут Анна Сергеевна. С кем сидел? С девочкой или с мальчиком? С девочкой. Вот это твоя подружка. Да. Ева. Она такая добренькая, красивая. Я только ей улыбнусь, она мне. Она такая добрая. Ой, какая она хорошенькая. Нет, видишь, сразу все хорошие. Я как тебя лакплакала. А с мальчиками познакомилась? Нет. Почему? Ну, потом. Что-то мне не хочется с мальчиками знакомиться. Поздравляю тебя, моя хорошая. Любить школу всем сердцем. Ай, спасибо. Давай, Мариша, тебе поддержим. Дай тебе моя хорошая целую. Такая радость. Ну как, твой первый день в школе, расскажи. Да? С ребятками, с какими-то познакомилась уже? С одной уже девушкой. Как ее зовут? Ева. Ева, смотри, какое имя красивое. А учительница как зовут? Анна Сергеевна. Бабушка приехала внучку поздравлять с 1 сентября, да? А у меня там был тоже за стульчиком желтый такой шарик. И я его потом развязала и бросила. И он у меня в небо улетел, как правда? Птица. Ну это тоже можно улететь. Да. Да. 1 сентября, вот видишь, написано. У нас сегодня Мариночка целый день плачет, что в школу. Да? Плачет прям градом, слезы градом. Ты мой, Господи.